выход собаки за территорию необходимо осуществлять по команде. Естественно, вы можете не тратить свое время на то, чтобы научить собаку выбегать за территорию, когда собрались на прогулку. По команде можете взять, прицепить поводок и сразу идти с собакой гулять. А можно научить собаку выходить за территорию, возвращаться в ограду по команде. При выходе с территории необходимо, чтобы собака оставалась на территории и не выходила вперед вас. Но это удобно. Жди. Тем более, когда дом расположен рядом с дорогой. Жди. Дверь открыли. Сами вышли. Собака находится на территории и не выбегает. И по команде смотрим. Нету машин. Нету людей, собак. Собаке даем команду. Либо вперед, либо говорим пошли, чтобы собака вышла. Или гуляй. Гуляй! Вот так сказали гуляй, и собака побежала. Собака ходит, гуляет, в туалет сходит. Сюда, сюда, домой! Скорее домой! Вот так возвращается. Супер, малыш! Жди! И находится вот так вот на территории. Машина, допустим, поехала. Мы ему говорим домой, он забежал. И находится там, и никуда не убегает. Сюда! Пришел, молодец, домой. А так, хорошо, хорошо. Сюда, супер, сюда, скорее, скорее. Молодец, умница, гуляй. Сюда, гуляй, гуляй. Погулял, походил возле дороги. И снова. Домой. Скорее. И вот так забежал, ну это удобно. Всем собак!